Так просто смотри. Всем привет! Хочу показать вам панель самодельную для симуляторов, таких как ETS, ATS. Это моя первая запись, поэтому строго не судите. Подробно я расскажу, наверное, о ней в своих следующих видео, так как она еще не доработана, находится в тестовом режиме. Поэтому оставляйте свои комментарии и вопросы под видео. В следующем видео постараюсь на все ответить. Всем пока!